Всем привет, ребят! Продолжаем трешачок. Решил не останавливаться. Идем на четвертую кошмарочку. Состав. Так, Минотавра надо это убрать, а то скажете, с Минотавром бегал. Вот такой вот составчик. Как видите, герои не особо подземочные, но мы сейчас будем тащить. Четвертая кошмарка. 4-1. Я думаю, сейчас зайдем и выйдем сразу отсюда. Так, раз, два, начинаем с тыковки. Кинули. Да, судя по всему, ненадолго мы тут. Ну, пока вроде тащим. Смотрите, нифига себе. Да, это имбы просто, смотрите, что они просто ушатали. 4-1. Как детей. Нам даже главное пройти просто на 2 звезды, дойти до 4.10. Сейчас попробуем это сделать. Даже если у нас не будет получаться на 3 все пройти. Такс. Ну тут сверху стартуем. Я сказала, стартуем. Стартанули. Шанс слива, как обычно, минимальный. Добежали до шапочки. Отлично. Заморозили. Атланта убили. Огонь, разруху убили, просто изи. 4-2. Просто налегке. Отлично. Поехали дальше. 4-3. Вот что означает прокачанные буфера. Не буфера, а буфера, ребят. Сиськи не качайте. Не, ну по-другому можете качать, в принципе. Так, понятно все. Тут уже надо побыстрее заморозку кидать, потому что нас тут могут слить. 45%, 49%, 51%. Ну, и все, и до свидания. Хотя, может и нет. Если сейчас... Нас ара не чпокнет, а он нас чпокнет сейчас одной плюшки. Ну почти, почти. Смотрите на Купидона. Сейчас опять Купидон зарешает все. Однозначно. Так, самое главное, чтобы нас смотритель нормально ударил. Сразу же ару глушанул, потому что сейчас, если ара подойдет, он купа сольет. Так, еще разок. Просто куб решает. Вот это тащило для подземок. Я в шоке просто. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ладно. Вырежем потом это. Так, 2 звезды есть. Поехали дальше. Та-та-та-та-та. Так, ну тут попробуем просто вот так вот сделать через атлантов. Напрямую. Заморозить только надо успеть их. Потому что если не заморозить это, то они вас заморозят. Ну тут вроде, вроде тоже нормально дошли. 2 звезды есть, отлично. Опять Купидон тащит. Да что ты с ним сделаешь-то, а? Просто какой-то тащило. 62%. Офигеть. Просто кайф. Вот что значит 2-3 хороших бафера. Так, окей, поехали дальше. Какая-то там у нас по счету 4-5. Такс, станищие башенки. Вот тут вот всех собрали, заморозили сразу же. И в принципе дальше вы должны без проблем набрать проценты нормально. Даже на 3 звезды пройдем. Ух ты, булю встретили вражеского.
Отлично. Ну, тыковка выжила. В принципе, не страшно. Есть. Есть, отлично. Даже на 3 одну прошли. Такс. Рекс фэкспэкс. Так, тут, по-моему, мы стартовали сбоку. Иногда было. Давайте попробуем сбоку стартанем. Стартуем. Стартуем сбоку, включаем. Ай-яй-яй-яй-яй, заморозку я рановато, конечно, включил. Ну ладно. В принципе, 56%. Добегаем до разрухи и получаем люлей и выходим. Или не. Ай-яй-яй, разруху, видите, фараон. Вот она имба, которая нас остановила. Так, окей. В принципе, нам этого хватает, чтобы пройти дальше. До 4.10 и хотя бы уже 4.10 фармить. Ради кгшек, которых нам так не хватает. Так, окей. Что там? Седьмая. Не, без тыкву мы, конечно, не пойдем. Такс. 4.7. Ой, тут, по-моему, вот так я делал. И не заморачивался ни над чем. А потом в центре заморозочку кидаете. И просто сливаетесь или не сливаетесь. 53. Но если бы у нас сейчас были, конечно, герои на максималке, то я думаю, тут хотя бы ударники, то на 3 бы затащили. Нас сейчас тут просто атланты порешают. Точнее, мы сами об них порешаемся. Даже имбу Купидон не зарешает. Или зарешает. Ну? Купидон? Купидон. Атлан тащит. 2 звезды есть. Идем дальше. Да, я не думал. Я думал, все-таки будет печально с такой тыковкой проходить берсовой. Ну, вроде. Вроде отлично все. Так, тут у нас атлантов накидали. Бульдозеры, атланты, купидоны. Жесткие имбища, я бы так даже сказал. Так, кидаем заморозку, морозим этих атлантов в центре. И мои герои разбегаются, сейчас получают по одному люлей. Или не получают, не, все. Вроде тащим. Тащим на 3? Или не тащим? Так, купидон, уйди от моей тыквы. Все отлично. Вот так вот. Короче, смотритель реально тащит. Просто изи. Ух ты. Что это такое? Поехали. Стартуем. Куда вы побежали? Что это такое? Ну это вообще какое-то позорище. Что-то поразбегались, кто куда. Минотавр в стане бегает вражеский, это просто жесть. Посмотреть на это все. Так, 46. Так, ну опять Купидон тащит. Жесткий Купидон, конечно, у нас. Смотрите, это просто имба. Один Купидон тащит все подземки соло. Вытаскивает просто их. Что он делает, я вообще не понимаю. Ну опять атланты сейчас его сожрут. Ну и да ладно. Все, мы дошли до 4.10. Вот таким вот составом. Без проблем. Отлично. Отличненько. Такс. Ну, поехали, попробуем. Была, не была. Конечно, тут не была, потому что тут реально... Хотя,
Смотрите, что делается. Отлично. Пока идем ровненько. Снеговик, конечно, нас сейчас ушатает нафиг. Тыквы у нас уже нет. Но у нас есть шанс. Или нету уже. Так, друид, давай. Отлично, опять Купидон решает. Такс, ну блин, два героя, конечно, зданий очень много, не знаю. Затащим, не затащим. Скорее всего, не успеем по времени. Героев-то, конечно, мы, думаю, свалим, а вот по времени 55% за 2 минуты. Их его знает. Плюс станищие башни. Думаю, все-таки нет. Шестьдесят 3% шанс слива минимальный. Минута осталась. Не, все-таки не успеем. Надо какой-то массовый ударник. Два Деда Мороза были и сплыли. Так, минута. Минута, у нас остаются еще до хренища построек, к сожалению. Сейчас друид будет полчаса выбираться. Жестко. Ну, за 12 минут мы, в принципе, дошли до четверочки. Точнее, прошли четвертую уже кошмарку. Единственное, нам чуть-чуть времени не хватило. Чуть-чуть не хватило, ладно. Не печалимся, делаем еще заходик. Сейчас попробуем что-то придумать поинтересней. Такс. Вроде все живы. Все здоровы. Так, 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 так. Ну что, попробовать сверху запустить их. Без отхила. Точнее, без заморозки. Ух ты, тут Купидон их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Деда. А твою мать, да это смерть, но это просто ужас какой-то. Блин, тот же самый состав, блин, ну башен тут, конечно, немерено. Не, Купидон тут не затащит уже однозначно. Обидно. Ух ты, как, видели, как друид зафигачил? Обидно. Ладно, еще заходик. Почти. Почти она нам покорилась. Так, пробуем еще разок. Давайте уже с ускорялки. Так, раз. Усиление. Тыковка, молодец. Отлично. Кидаем щит. Под щитом они разгоняются. Они разгоняются и получают люлей. Просто красавчики. Надо было щит не кидать. Рановато я щит кинул. Ну, практически. Хотя, если сейчас тыковка, а у нас отхила не особо. Но на тыковке есть... Не, без друля мы тут, конечно, к сожалению, не справимся. Хотя тыква такая, что она может соло их нахрен повыносить. Не слилась, к сожалению.
Такс. Надо немножко пограбить людей. Золото у них и хватить. Такс. Так, думаю, нам этого хватит. Я надеюсь. Так, 4-10. Еще заходик. Так, вроде успел. Щит поставил. Атланта слили. Центр слили. А дальше получаем звездюлей. Ну, как обычно. Ну. Да, блин, ну. Какого хрена? Кто этих дедов, блин, бьет? Ужас какой-то. Так, ладненько. Поехали. Без тыковки. Так, попробуем отсюда забежать. Вот так вот сразу, нежданно. Вот так вот их. Вот так вот их. Дедушек убейте, а то они сейчас вас перережут всех. Ну просто жесть. Ну это просто жесть. Ну посмотрите на это издевательство. Тыковка, красавица. Просто красавица. Друид, красавчик. Все, ребят. Прошли мы четверочки. Вот можно даже уже фармить. 88 какашек. Заходите, кидаете вот так героя. Пропустить. Опа! Отлично. Так. Ну, теперь я сейчас, в принципе, уже прошел. Добрались мы уже до пятой кошмарки. Практически там за час. Потеряли час. Но уже перешли до пятой кошмарки. Так, окей. Отличненько. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, подписки. Я пошел минотавром убивать эту подземку. Всем пока, всем удачи.